Герой одного известного фильма никак не мог понять, почему представительницы прекрасного пола столько времени уделяют выбору одежды, которую все равно никто не видит. В отличие от нашего героя, мы, дамы, точно знаем, что поход за женским бельем не терпит суеты. Самое время отправиться в жемчужину. К выбору бюстье, бюстгальтеров, маечек и других вещей нужно подходить с особой тщательностью. Ведь от этих предметов одежды зависит здоровье, чувство уверенности и красота женщины. Женское белье – это не просто изделие из ткани и кружев. Это поэзия, это искусство соблазна, созданное дизайнерами для вас. Кружевные трусики и атласные бюстгальтеры, нежные сорочки, создающие иллюзию невинности, и откровенно сексуальные комплекты – все это есть в гардеробе настоящей женщины. Сделать правильный выбор вам помогут опытные продавцы. Даже самые взыскательные покупатели смогут выбрать товар, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к дизайну и качеству его исполнения. Если вы решили приобрести красивое, качественное детское и мужское белье, вам обязательно стоит посетить магазин «Жемчужина». Здесь каждый мужчина сможет купить удобные и стильные майки, носки, боксеры и другое мужское белье. И, конечно же, для ваших детей «Жемчужина» предлагает высококачественное, удобное, яркое и красивое детское белье, колготы, носочки из натуральных тканей. А каждая женщина сможет найти самое лучшее нижнее белье и купальники от известных российских и европейских производителей. Но большая часть внимания, безусловно, уделяется женскому белью, этому главному оружию каждой женщины. Для начала давайте определимся, какой ваш любимый цвет. Салатовый или сиреневый? А может быть, вы предпочитаете различное сочетание цветов? В любом случае, вы должны чувствовать себя королевой. Здесь же решится вопрос, что надеть на ножки. В магазине представлено огромное количество красивых колготок и чулок. В этом сезоне самые модные колготки, украшенные цветами, абстрактными или геометрическими фигурами, вертикальными полосами. Если вы, милые дамы, решили обновить свой гардероб, добро пожаловать в магазин белья «Жемчужина». Это была программа «Самое время». С вами была Елена Злобинская. Желаем приятных покупок. Мы благодарим магазин «Жемчужина» за помощь в проведении съемок. Улица Горького, 30А.